Карелии за минувшие сутки подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусом, половина из них в Петрозаводске. Кроме этого, выздоровели 33 жителя республики. Работающие пенсионеры старше 65 лет, находящиеся на карантине, смогут вновь оформить электронный больничный. Выплата пособия будет осуществляться за счет средств фонда соцстрахования. Режим самоизоляции для этой категории граждан действует с 29 июня по 12 июля этого года. Жители Петрозаводска могут посетить выставку «Мама, я дизайнер». Работы молодых художников республики можно увидеть в прогулочной зоне у делового центра «Ямка». 15 августа в Горном парке Рускеала пройдет фестиваль «Рускеала Симфони». В него войдут 5 концертов. Программа рассчитана на меломанов с самыми разными вкусовыми предпочтениями. Ботанический сад ПетрГУ открылся для прогулок. Посетить его экспозиции можно в выходные с 9:00 до 17:00.